праздничный день, отмечаем 40 тысяч подписчиков на канале India Magic TV. А вы знаете, друзья, почему здесь хорошая талия в этом ресторане? Потому что они его делают, готовят специально для вас. Вон там наша гостиница, вот она. Не потому, что корона, а потому, что маска греет очень холодно. И в маске теплее, друзья, реально теплее. Я хочу купить себе шерстяную маску где-нибудь здесь, вот в одном из этих магазинчиков. Но почему-то шерстяные не продают. Что такое тали? У меня с лепешками, а Мэри попросила себе без лепешек, но с двойным рисом. Мэри купила такие красивые заколки для волос. Very nice, very nice. Yeah, yeah. Ah, really? Hello. Плоская лапша – это вот суп такой тентук. Такой же суп, но с круглой, с обыкновенной лапшой. Называется тукпа. Привет, друзья! Намасте! Это канал India Magic TV. Продолжаю публиковать видео из недавнего путешествия в Гималай, из Дарамсалы. Напомню, что у нас есть чат в Telegram. Вы можете в него вступить по ссылке в описании. После вступления в чат рекомендую прочитать правила чата. Также, чтобы получать уведомления о новых видео, кто пользуется WhatsApp, рекомендую вступить в группу WhatsApp. Она работает только на оповещение, то есть никто, кроме меня, не может писать там сообщения, поэтому группа вам не будет мешать своими сигналами. Группа работает только для того, чтобы оповестить вас о каких-то событиях на канале, о выходе новых роликов, таких важных событиях. Поэтому можете также вступить в группу WhatsApp по ссылке в описании. Вышли из дома. Опять сегодня нету солнышка. С утра было солнце, потом стало пасмурно. Говорят, будет солнышко завтра. Каждый раз, когда выходим из дома, надо подниматься вот по этой очень длинной лестнице в гору. Это такое конкретное упражнение, такой фитнес. Прошелся до верха по этой лестнице и уже можно обедать идти сразу. Спускаться-то по ней нормально, вот подниматься согревает очень хорошо. И всегда на этой лестнице живут вот эти собаки толстые. Первый день по приезду сюда было довольно трудно взбираться. Сейчас уже залетаешь в эту лестницу, как ни в чем не бывало. Привет, песик. О, смотрите, как он. Very fast. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. А вот этот все время здесь спит, на лестнице. По-моему, он и днем, и ночью здесь. Приветик. Мы сейчас пойдем, друзья, опять в индийскую кухню. Ну да, то есть как бы Индия, но здесь большинство ресторанов тибетская кухня. Супчики всякие, момошки. Но есть тут вот по левой стороне хороший новый ресторан индийской кухни. Делают тали очень вкусное. Это комплексный обед тали. За 150 рупий продают теплую одежду, всякие худики классные. Смотрите, какие. О, супер, вот эти кофточки. Мне нравится все тут. Тут можно байк взять в аренду, видите, друзья? Вот, телефончик. Могу бесплатно прорекламировать. Все байки здесь в аренду сдаются. Ну а что, на байке тут очень хорошо можно посетить множество мест разных. Если у тебя есть байк. Как пешком, конечно, не находишься особо. Вот это место, друзья. Вот оно называется. Ананда Дхаба. Здесь дают замечательные тали. Очень хорошие тали. Намасте. Мы идем сюда. Здесь тепло сегодня. Здесь тепло, обогреватель включен. Точно такой же, как у нас в гостинице на последнем этаже, там в кафешке. Мы там просто сидим под этим обогревателем вечером. А вы знаете, друзья, почему здесь хорошая талия в этом ресторане? Потому что они его делают, готовят специально для вас. Вот в большинстве они с утра готовят вот это все, из чего талия состоит. Рис, овощи, там дал, что-то еще. А пекут только лепешки для вас. Просто разогревают все вот это вот и потом вам кладут, потому что талия — это такое очень популярная еда в Северной Индии, да, и все едят это тали. А здесь они вот сейчас, мы заказали тали, они будут готовить его полностью, каждое блюдо будут готовить для нас сейчас, вот именно сейчас. Вот такое тали у меня с лепешками, а Мэри попросила себе без лепешек, но с двойным рисом. Вот так вот. Можно. Смотрите, друзья, черепок продают. А это, кстати, настоящий черепок. Вот, видите?
бараний череп какой-то. Мы съели очень вкусные индийские тали и сейчас хотим попить кофе вот здесь, вот в этом кафе, называется Як кафе, друзья, вот позади меня. Небольшое кафе, очень вкусные чизкейки здесь. И может сейчас чизкейк с кофе. На пассажок, так сказать. Гуляю по главной улице Маклеода в маске. Не потому, что корона, а потому, что маска греет очень холодно. И в маске теплее, друзья, реально теплее. Я хочу купить себе такую шерстяную маску где-нибудь здесь, вот в одном из этих магазинчиков. Но почему-то шерстяные не продают. Мэри где-то там зависла около магазинчика со всякими штучками. О, Мэри купила такие красивые заколки для волос. О, супер. Very nice, very nice. А, really? Да. Она во Франции может продать это подороже. Это Як кафе. Что тут у нас сегодня есть? Давайте посмотрим. А. Не получилось поесть шоколадного кекса там, потому что нету у нее шоколадных кексов сегодня. Может, к вечеру сделают только. Мы сейчас пойдем в другое кафе там, в другом месте. Там всегда есть шоколадные кексы. Как-то мы перестали уже перебирать эти кафе. Они везде здесь хорошие, везде вкусно кормят. Но вот в этом вот лучше всех. Потому что здесь и обогреватель есть. Еда недорогая, собственно. Ну, не особо дорогая. В общем-то, здесь все дорого довольно. В Дарамсале. Но, тем не менее, здесь как-то вот прикольно. Вот сюда мы пойдем сейчас с вами. Смотрите, есть шоколадный кекс, есть всякие разные кексы. Хорошее здесь кафе, и вот всегда мы сидим за этим столиком, потому что здесь, смотрите, друзья, какие цветочки за окном. Можно смотреть на горы, можно наблюдать, как летают орлы в небе. Но сегодня пасмурно, видите, как... Хорошие были кексики, был капучино. И теперь мы пойдем прогуляемся в Гималайи, друзья. По дорожке мы идем, здесь вон... Конечно же, Мэри увидела классную собачку, которая спит там. Собачка. Собачка. Small doggy. И отсюда открывается классный вид. Вот так вот. Вот. О. Получается, что мы сейчас спускаемся с горы вниз и хотим пройти там по деревенской дороге, такая дорога есть, вниз с горы, посмотреть, куда эта дорога ведет. Ребята идут, да, а над ними вот такое красивое дерево, похоже на нашу, наверное, на акацию, да, на какой-то такой куст. И продолжаем спускаться вниз. Здесь маленький чай-шоп, смотрите. Вот тут. Да, вот такой маленький чай-шоп. Чай-шопчик. Да, мы здесь еще не были этот раз. Я ходил 3 года назад здесь, в этой дороге. Очень симпатичные горные телята. Привет! Этот совсем маленький. Только родился недавно. Да, такая деревня. Маленький чай-шоп, еще один. Это вот частные дома, так люди живут здесь. Машина у них стоит красная тут. И вот дом. Скамеечка есть. Вон там наша гостиница, вот она. Косят траву, накладывают на деревья вот так, чтобы трава сушилась для коровок. Я сначала думал, что это что-то растет на деревьях, но деревья, они вот такие, вот просто дерево. А это вот на дерево накидали травы. И она сушится на дереве. Очень, очень остроумно. Здесь вот такая же система. На этом дереве, видите? Это непонятно что-то такое. Да, это йога-центр, кстати, вот. Интересно. Да, мы вот это вот видели с нашей крыши. Вот как раз напротив наша гостиница, вот она там, вот она. На том пригорке, на той горе.
Вот если бы мы сейчас находились у себя на балконе, мы бы видели нас, как мы идем здесь. Это интересно. По этой дороге мы только что спустились сюда. Прикольный такой тук-тук горный, закрытый. Там не так холодно ехать в таком тук-туке, как в обычном, в открытом, в Дели. Тут увеличил зумом. Потом можно попробовать еще увеличить на компьютере и обвести кружочком нашу гостиницу. Продолжаем спускаться по вот этой горной дороге. Смотрите, такая тропинка, прям горная тропинка. Пока что она вот имеет вид дороги, бетонка. А там дальше, вот после мостика, она превращается в грунтовку. Вот эта дорога превратилась вот в такую вот грунтовку. Вернее, камневку. И там веселуха. Там свадьба, друзья. Да, там свадьба. Да, вот здесь уже ничего нету. Здесь машина стоит. И там дом. Там большой частный дом и как бы деревня. Мы можем вот так пройти по хорошей дороге, спуститься вон туда. Да. Вокруг немножко, но не по тропинке там горной, а по более-менее широкой дороге. Заодно посмотреть, вот что это за дом. Что-то красивое нарисовано на стене. Россыпи камней вот таких. Это камни где-то добывают, из них строят дома. Стена разрисована. Это похоже на школу, вот это место. Nice Shiva Temple in Himalayas. А что, очень даже такой аутентичный храм. Так, здесь Шива, он сидит на быке. Это, видимо, Нанди, бычок. И Ганеша у него там на коленях. Здесь есть, да, змея, которая похожа на настоящую змейку. Вот. Видите, как будто обвелась вокруг дерева. Еще одна змея здесь. Вот так вот обвелась тоже. Вокруг дерева, но это не дерево. На самом деле это бетон, цемент. Вот такой здесь домик еще есть. Там алтарь. А кто там на алтаре, я не могу пока понять. Такое полустертое изображение. Это Ширди Саи Баба, Ганеша. А там внутри, вот так внутри, непонятно, кто это. Классное место, вот так приходить, сидеть, медитировать здесь. А здесь мусора сколько. Но это фейерверки. Здесь отсюда запускали фейерверки, видимо, в Диваль. Все вот загажено этими фейерверками. Yes. This is wedding. Look, there is a car. Да. Да, вот свадебная машина стоит внизу. И вон там музыка, если слышно, я не знаю, на камеру. Вон там находится домик. Вон там, и там свадьба. Сегодня туманно так. Горы, они за облаками. Там ослы гуляют. И вот такая горная жизнь. Домики разбросаны по склонам гор. А в распадке там поток течет. Это как раз тот самый водопад, который из Пхаксу, там, через деревню Пхаксу. Этот водопад, но там почти нет воды сейчас. И наша гора, вот на которой мы живем, вот он. Спускаемся по вот еще одной тропинке такой крутой. Туда, к дому, где происходит свадьба. Очень шумная свадьба. Всю ночь их слышно сейчас. А здесь вот такие ступеньки когда-то были, хорошие ступеньки. Сейчас они вот в таком состоянии. По ним вода течет, размывает эти ступеньки. Мы потихоньку по ним спускаемся. Maybe. Толстая, красивая курица. Можно мы съедим вашу курицу? Да, все там танцуют. Вот отсюда видно. Они арендовали. О, все танцуют. В речке очень много мусора. Удивительно, откуда здесь мусор в таком отдаленном месте. И здесь вот уже свадьба, друзья. Я смотрю, арендовали прямо вот этот дом, даже два дома, все это место и гуляют. Hello. 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 Сегодня 20 ноября, друзья.
хороший солнечный день, вышли прогуляться, пока солнышко, у меня сопли, простудился немножко, ну как обычно, акклиматизация, вот когда был дождливый день, ноги промочил, и после того дня вот у меня сопли. Завтра уже где-то пройдут эти сопли. Здесь вот такой райончик индийской еды, тхабы. Остановка такси, вон там стоянка такси, и здесь вот такие кафешки. Когда-то 3 года назад я вот здесь вот тоже ел, которая вот эта Шарма Тхаба напротив меня сейчас, я здесь ел. Мэри что-то купила. Легинг. How much? 150? No, 300. 300? There is no more anything to 150 now. Каждый вечер я заказываю себе тынтук, вот этот суп, тибетский суп с лапшой, вот такой, вот такая лапша, плоская лапша, это вот суп такой тынтук, такой же суп, но с круглой, с обыкновенной лапшой, называется тукпа, а вот этот суп называется тынтук. Мэри заказывала роллы, она уже съела свои роллы, и вот какой-то вот такой суп еще тоже заказала, такой у нас ужин сегодня, классный. Здесь мы только что были, и вот тут еще есть такой зал снаружи. Классно. И вот так вот вверх надо подниматься отсюда, чтобы попасть домой. Сегодня у нас, друзья, пицца. Праздничный день. Отмечаем 40 тысяч подписчиков на канале India Magic TV. И вот в честь праздника такая пицца сегодня. Вот наш друг здесь. Такая бойкая торговля варениками идет. Тибетскими момошками. Вот здесь. Сюда мы еще не заходили, в этот райончик. По этой улице не гуляли. Здесь такой вот ресторан зеленый. Прикольный. Тут бар, ресторан, какие-то живая музыка здесь. В общем, такой, как ночной клуб, типа. Ну-ка, давайте. А, окей. Красиво там. Hello. Там интересно. А, да. Там разрисовано красивыми картинами. Вот.